который раскрывается в этой книге, методологические проблемы современной химии, авторами которых являются Родной и Соловьёва. В этой книге рассказывается о различных проблемах, о том, что принесла химия в жизнь человека. Ведь фармацевтические препараты, благодаря которым мы лечим свои заболевания, очень важны для нас, так же, как и химическая промышленность нас одевает и обувает. В этой книге мы можем рассмотреть три различные взаимосвязанные ситуации. Первое – это методологические химические проблемы. Второе – это химия, связанная с физикой и другими науками. И третье – это современная химия. Так что, прочитав эту книгу, я вам очень хочу посоветовать, вы многое можете узнать о хорошем и о плохом, и, возможно, в будущем вы сможете изменить эти проблемы.